Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Наступний в нас на карті пункт – це є від Вугледара. Ми завжди з вами говорили, це є Волноваха, ключовий напрямок. Є фотографії і повідомлення від самих місцевих колаборантів, що в їхню адмінбудівлю, коли там збиралися і колаборанти, і росіяни, і вся ця нечисть, якраз прилетіли наші ракети. Ми розчищаємо собі шлях в напрямку Маріуполя? Так, да, це називається формування поля бою, так називаємо. Тобто, общее направлення в сторону Маріуполя. Зараз будуть уничтожатися російські воєнні об'єкти по цьому направленню. Волноваха – це один із таких пунктів, в яких теж велике кількість воєнних об'єктів. Ну, а окупаційна адміністрація – це легітимний воєнний об'єкт, тому як тільки там збирається определенное количество, ну, оно должно быть там не меньше 100 человек, хотя бы туда прилетает Хаймерс, потому вот Волноваха, к Волновахе уже прилетело общее направление на Мариуполь, идет подготовка к прорыву в районе Великой Новоселки, то есть это Новоселковское направление, Времевский выступ так называемый, сейчас мы уже где-то в районе 7-8 километров мы уже прошли в сторону Старомлыновки к этому к основной линии обороны, за которой открывается уже оперативный простор, так называемый. И еще осталось примерно столько. Значит, по времени где-то еще работа 3-4 недели, подход к Старомлыновке и дальше работа с этой линией обороны. Тяжелая артиллерия очень быстро ее разнесет, как только мы туда подойдем, чтобы на дальность выстрела. Нам надо дальность от арты где-то 25 километров. Но так как артиллерия стоит где-то за 10 километров до нуля, до линии фронта, нам надо подойти хотя бы километров за 10-15 до основной линии обороны. Но вот как только подойдем, начнем работать тяжелой артиллерией, уже начнем доставать основную линию обороны. А дальше прорыв либо на Волноваху, на Мариуполь, либо на Черниговку, на Бердянск, либо между Бердянском и Мариуполем. Все будет зависеть от замысла главкома. О нем знает только главком. Потому для нас будет тоже сюрпризом, как и куда, в каком направлении двинет стратегические резервы Залужин. Ну і для тих, хто, пане Роман, завжди говорить, що просування в нас повільне, в нас також є хороші новини. Знову ж таки, це підтверджують Z-пабліки, воєнкори росіян. Оріхівський напрямок, роботи, не є в нас кадри, як росіяни повідомляють, що б'ють в наші позиції в районі Роботине. По геолокації це видно, що це в 100 або 200 метрів безпосередньо від самого населеного пункту. Звідси випливає інформація, і ми розуміємо, що наші Збройні Сили України фактично зайняли або займають в процесі займання цього населеного пункту. Скажіть, будь ласка, з роботи, наскільки це є важлива стратегічна точка на мапі деокупації? Вода камень точит, потому как бы медленно мы не проходили, мы проходим, двигаемся. Россияне за последние полгода отрыли серьезное количество укреплений, проминировали практически все, и еще раз проминировали, и еще раз после того, как новые части подошли. То есть там уже где-то 3 слоя минирования, как минимум, а скорее всего еще и 4-й, уже когда насыпали дистанционными противопехотными минами минирования с помощью РСЗО. То есть, ну, вода камень точит, ну, естественно, украинские войска также такие червоточины в линии обороны россиян проделывают. Вот мы уже подходим к работе. А дальше это общее движение в сторону Токмака. Восточная, то есть восточная окраина Токмака. Также сейчас такие же примерно движения проходят с положительной динамикой восточнее Пятихаток. Как-то в свое время, несколько недель назад, мы слышали о Пятихатках. Так вот мы сейчас также движемся с такой же скоростью, там сотни метров, может быть, в день. Но продвигаемся, подходим ближе и двигаемся уже на западную часть Токмака. То есть уже видно, что общее движение на Токмак будет проходить как минимум двумя потоками, западные и восточные, чтобы не в лоб его брать, а обойти и дальше двигаться в сторону Мелитополя.
Пане Романе, рухаємося далі по фронту. Є у нас повідомлення, ми з вами завжди проговорюємо в останні дні про Енергодар, Запорізька атомна електростанція. У нас є супутникові знімки свіжі, начебто на покрівлі реакторів з'явилися нові незнайомі об'єкти. Ось вони обведені червоними квадратами. Але офіційно наша розвідка розповідає, що загроза теракту на Запорізькій атомній електростанції спадає. Пока россияне находятся на каком-то из инфраструктурных объектов, всегда будет оставаться угроза. Вот пока хотя бы один россиянин там находится, это уже угроза. И даже больше скажу, после того, как они уйдут, еще больше будет угроза, потому что они могут оставить взрывчатку с дистанционным подрывом инициации, с временной инициацией, то есть могут оставить взрывчатку с введением в нее взрывателей по времени подрыва. Сутки, двое, неделя, в зависимости от набора по времени. Потому не исключается возможность, она не исключится никогда, даже уже после полной зачистки атомной станции, ее надо будет там разобрать и опять собрать. Но собаки, которые научены искать взрывчатку, тротил, они найдут все места схронов, куда они ее спрятали. Там, опять же, проблема, придется это все разминировать. Потому угроза подрыва атомной станции, она останется на очень большое время еще. И там очень сложно будет даже уже в штатном режиме выполнять работы. А то, что снизилась вероятность того, что что даст команду Путин на подрыв, да, снизилась, потому что было правильно приведенное военно-политическим руководством, Министерством иностранных дел, информационно-психологическая операция, когда в течение нескольких недель после информации от Главного управления разведки о минировании станции были предупреждены все и вся, скорее всего, от Байдена до, наверное, пингвинов Антарктики. Все знали, что россияне заминировали атомную станцию. Но они же ее не разминировали. Просто предупредили Путина, что делать так нельзя. Ну, как минимум, там уже каким механизмом предупредили или что-то ему дали, то, что он требовал. Это чуть дальше будет понятно. Но на данный момент, да, есть такой момент, что снизилась опасность того, что Путин даст команду на подрыв. Но не остается опасность самого подрыва как такового, пока оттуда не выйдут российские войска.